29-летняя Равшана Куркова отличается хрупким телосложением. Актриса гордится стройной фигурой. Кинозвезда постоянно над ней работает. После многочисленных просьб поклонниц брюнетка рассказала о своем режиме. Она призналась, что посещает тренажерный зал 5 раз в неделю. Но главным является не спорт, а питание. «Сразу скажу, фитоняшкой мне не стать», — заявила Равшана. Она заметила, что ест все, что хочет, и поэтому у нее никогда не будет идеальных кубиков. Звезда сериала «А у нас во дворе» перечислила продукты, которые не любит, поэтому никогда не ест. К ним относятся фастфуд, хлеб и выпечка, колбасные изделия, пакетированные соки, консервы, алкоголь и чай из пакетиков. Вот что входит в мой рацион питания: много воды из стеклянной бутылки, морепродукты, рыба, овощи, фрукты, особенно сухофрукты, хороший чай, гречка, рис, макаронные изделия из твердых сортов, овощные супчики, бульоны, мясо, телятина, баранина, утка. Раскрыла секреты стройной фигуры Куркова. Она призналась, что хотела отказаться от мяса, но из-за плохого самочувствия не смогла. Актриса ест маленькими порциями и старается не наедаться до отвала. В общем, ничего особенного, умеренность в еде, отказ от химии и того, что организму не хочется, дружба со спортом, вот и весь секрет, написала Равшана в Инстаграм. У актрисы появился новый возлюбленный. Недавно актриса раскрыла свой секрет. Она впервые в жизни решилась на смену цвета волос.